Мы летим в Мюнхен. С окна самолета открывается прекрасный вид на горы, Баварские Альпы, которые находятся недалеко от Мюнхена, а также озера, которые воспели многие немецкие поэты. В аэропорту мы пересели на электричку, чтобы переехать в другой терминал. Да, тут такая красота. Температурным режимом. Серьезная холодина. Вот Альпы рядом. Очень все красиво и современно. Едем в центр города. Транспортная система Мюнхена – одна из лучших в Европе. Начинаем осмотр центра города с площади Карлплац, на которой находится Дворец правосудия, Макдональдс, очень интересный фонтан, центральные ворота в старый город. Это вход в город. Ворота, которые сохранились. Их тут несколько. Это самые красивые, наверное. Есть еще другие ворота. Фигурки на воротах. Да, тут интересный фонтан такой. Фонтан работает. Пешеходная улица Нойхаузер. Впереди башенки Центрального собора. Эти башенки являются символом города, благодаря необычной форме. Постоянно ремонтируется эта церковь. Но сюда оставляют для туристов место, чтобы посмотреть. Да. Человек стоит на балке. Да, внизу там какие-то магазины, наверное.
трудно сказать. Современное здание. Центральная площадь Мариенплац. На площади находится новая городская ратуша. Прекрасное здание в неоготическом стиле. На этой площади раньше находился рынок. В конце площади торговали рыбой, и там есть специальный фонтан, в который держали эту рыбу. В центре мы видим Мариинскую колонну, которая была установлена в честь освобождения от эпидемии чумы. В конце площади мы видим здание старой ратуши. Оригинально. Фонарики, да. Ну, это в городах называется чумный столб. Да, знак благодарности от того, что чума прошла. И остались люди живы. Во дворе ратуши. Некоторые магазины привлекли наше внимание. Мы подошли к площади Одеонплац. На этой площади любили устраивать парады. Теотинкирхе – памятник архитектуры. Рядом находится Королевский сад. Вдали мы видим канцелярию земли Бавария. Вокруг сада находятся галереи, украшенные картинами. Это с 16-го, по-моему, века все построилось. Здесь вот церковь, которые говорят, что памятник архитектуры. Туристический автобус. Там трамвайчик. И мы сейчас глянем площадь Одеонплац. Идем дальше в сторону королевских резиденций. Каждый правитель достраивал свой, свою резиденцию, свой двор был им. Эти ажурные
На площади Макс Йозеф Плац находится Национальный театр, а также памятник королю Максимилиану I. Также мы видим фасад дворца резиденция Виттельсбахов. В старом городе много уютных двориков. Хофбройхаус, согласно путеводителям, самая знаменитая пивная на всей планете. Рынок Виктуалиенмаркт – старейший продуктовый рынок города. Остается самым популярным местом встреч. Мы возвращаемся на Мариенплац и едем в аэропорт на метро. До новых встреч!